Добрый вечер всем из Одессы. Сегодня 5 декабря 2023 года. Кто подписан на мой телеграм, знаете, я публиковал информацию предварительную о том, что над акваторией Черного моря сбили вражеский бомбардировщик. И вот, значит, уже появилась официальная информация от воздушных сил. Сообщают о том, что официально уничтожен российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный, который под прикрытием истребителя Су-30 пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесской области. Благодаря успешно проведенной операции воздушного командования «Юг», украинское зенитное ракетное подразделение отправило российскую сушку вслед за русским военным кораблем. Давненько уже не было сбития сушек. Вот. Я, честно говоря, постоянно вот это, когда они летают атаковать юг области, очень часто всплывает такая информация, пишут оперативные чаты, что они прям 40 километров от берега, 50 километров от берега. Я себе задавался вопросом, почему их не сбивают какой-то системой ПВО или какой-то ракеты. Ну, это же все-таки возможно, да? И вот все-таки, знаете, как мысли материализуются. Не прошло и полгода, как говорится. И, значит, сегодня вот успешно отработали по одному из бомбардировщиков, который сейчас отправился плавать в акватории Черного моря. Летать перестал, начал плавать. Так что такие дела. Ладно, всем хорошего вечера, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.